рад представить вашему вниманию Ультраниум. Серьезный проект в сфере мультиплеерных игр по России и странам СНГ. В вашем распоряжении мощные игровые сервера с качественной DDoS-защитой, отзывчивой администрацией и хорошим онлайном. И это не все достоинства этого проекта. Думаешь, ты лучший? Тогда приходи и докажи это. Ультраниум – проект, на котором должен поиграть каждый. Ведь поиграв здесь, вам не захочется уходить. Приходи и открой для себя мир комфортной игры. Внимание! Колонизатор активирован. Основной статус – воин-разведчик. Основное задание – выяснить причину отсутствия связи с колонией Zero. Побочное задание – выяснить судьбу предыдущих команд разведки. Точки высадки – North Zone 1, 2. Точка ближайшей базы – 40, 70. Следующий сезон связи – через сутки. Удачи, боец! Как же чешется рука. О, вот это был интересный перелет. Где я вообще нахожусь? Какая это территория? Что это за мир? Здесь ходят динозавры. Хорошо, нужно немножко осмотреться. Что нам сказали? На 40-70? Так, 40-70. Мы находимся примерно уже рядом. Хорошо, меня перекинули. Так, нужно вообще понять, где, что, кто здесь, что здесь за жители. Никому нельзя подходить, нужно просто как-то ходить, выживать, идти вдоль речки и никого не трогать. Это ведь залог успеха. Правда, моя голова болит, и я уже вижу, что впереди меня ждут большие приключения. Так, нам нужно пересечь как-то эту речку и пройти дальше. Я думаю, что нам нужно плыть, ведь мы уже практически добрались. Так, еще раз посмотрим на нашу карту. 40-70. Хорошо, идем. Аккуратно, осторожно. Никого не трогаем. Интересно, это что за динозавр? Хищник или нет? Так, я вроде вижу местность. Зайду в леса. В лесах будет более удобно. Более скрытно. Если что, бегать я умею быстро. Никто меня не тронет. Идем аккуратно, спокойно. Прячемся за каждый камушек. Фух, это достаточно тяжело. Жизнь моя мне очень дорога. Поэтому нужно прятаться везде. Быстренько по тапкам. Никто нас не видит. А что я должен найти на этой локации? Вот это тоже интересно. Мне ведь до конца не рассказали. А вдруг меня ждет там ловушка? А вдруг это какая-то подстава? А вдруг это какой-то сбой системы? Ведь не просто так меня выкинуло на берег. Меня ведь могли сразу скинуть на эту локацию. Сейчас мы проверим. Сделаем мини-разведку. Так, мы уже находимся на 30-70. Еще осталось чуть-чуть. И мы уже должны подойти. Вижу вдалеке крокодила. Он очень большой. Наверное, он съест меня за один присест и даже не поймет, что случится. Так, отлично. Черепахи ходят. Угу. Здесь, получается, море сузилось в речку. И мы пойдем аккуратненько дальше по берегу. Маленькие хищники из стороны в сторону гуляют. А мы пройдем тихо и незаметно. Главное не увидеть вот этого вот крокодильчика. Итак, что, у нас здесь, по-моему, конец острова. Точнее, маленький остров посередине. Так, и справа у нас находится хищник. Хорошо, не трогаем его. Прыгнем. Боюсь посмотреть координаты. Но очень хочется. Так, где я нахожусь? Карта. Я нахожусь на 30-70, уже где-то 32. Хорошо, идем дальше. Здесь скалы. Скалы, наверное, надо пересечь. Я залезу на них. Посмотрю, что сверху. О, здесь уже большие динозавры. Но они травоядные, меня не тронут, скорее всего. И нам нужно дальше идти, наверное, вдоль по ущелью. Вдоль по речке. Есть уже одна пещера. Но в пещеру нам, наверное, точно не надо заходить. Так, идем дальше. Обогнем эту пещеру.
пещере, да ну его, вдруг там какие-то первобытные люди живут. Так, посмотрим дальше. 40-70. Практически уже дошел. И пока все спокойно. И самое интересное, здесь одни травоядные динозавры, которые не смогут причинить мне вреда. Я надеюсь на это. Хорошо, проходим дальше. Между скалами. Осмотрим местность. Местность красивая. Местность теплая, слава богу. Я ведь голый. И, в принципе, моя энергия потихонечку заканчивается. Я устаю. Но пока я даже не знаю, что я могу здесь кушать и что я могу пить. Опаньки, я вижу палатку. Палатка, и скорее всего, это 40-70. Давайте взглянем. Не просто так бывает в таком необитаемом острове. Палатка, значит, в ней есть живые люди. Давайте аккуратно подойдем, посмотрим, что там внутри. На корточках, тихонечко. Смотрим, что там. В палатке пусто. Что? Фонарь. А! Что со мной? Эй. Мужик, держи, сейчас я тебе помогу. Живой, живой. Сейчас все будет хорошо. Сейчас мы тебя откачаем. Ну ты как? Жив? Очухаешься? Эй. Давай, мужик, мужик, вставай. Не время лежать. Мне надо как-то тебя откачать. Где бы взять 10 ягоды? Держись, мужик, держись. Сейчас все будет хорошо. Как же тебя угораздило-то? Так, где? Вот, есть ягодки. Так, главное не хищники. Нет, хорошо, только травоядные. Вот так. Сейчас будет полегче. Сейчас мы тебя откормим. О, я ожил, мне стало лучше. Кто вы такой? Я инженер с предыдущей группы. А где группа? Где группа спасения? Группа спасения? Меня отправили на необитаемый остров и рассказали подойти по этим координатам. А если я не припоминаю, то 40-70. У меня немного с головой непорядок. Тебе одного? Одного? Да, меня отправили без одежды. Этого не может быть, они же получили должны сообщение. Бежим, нам надо уходить отсюда. Следующее сообщение через час, как они говорили. Но я резко уснул и попал в какую-то комнату. В палатку. То есть никто ничего не знает, этого не может быть. Мы же передавали, мы все передавали. Но нам надо уходить. А что случилось? Тебе очень повезло, что ты сегодня в этот день попал сюда. Долго рассказывать. Нам нужно уйти сначала с пляжа. Нам нужно уйти с острова подальше. Хорошо, я бегу за вами. Быстрее всего, все, кто появляется здесь, теряют свои навыки. Для того, чтобы их восстановить, тебе необходимо выполнять различные действия. Собирать ягоды, деревья, и память тебе вернется. Хорошо. Мы это будем делать по дороге, а я потерял вас. Я вас потерял. Сейчас я помогу. Так. Сейчас все будет. Так, я нашел, я собрал азалбери, это синие ягоды, они съедобные? Да, нельзя есть черные ягоды, белые ягоды помогут тебе подняться, если тебя усыпили. Хорошо, а ягоды, которые у меня появились в инвентаре, межбери? Это да. Можно тоже есть. Они тоже съедобные, это хорошо. Так, нам нужно объединиться в группу. Мы так сможем быстрее выжить. Нажми на меня и прими в группу. Так, я принимаю вашу группу. Так, отлично, все, теперь отлично, мы продолжаем. Побежали. Да. Так, нам нужно немножечко дерева. Отлично. Я походу буду тебе сколько нам нужно тебе рассказывать.
Я, походу, буду тебе рассказывать, что здесь происходит. Все на самом деле очень-очень плохо. Мы ошиблись, когда высадились на эту планету. Здесь не все, как на других планетах, здесь все иначе. И нам придется с этим каким-то образом бороться. Связь очень нестабильная. Наша группа полностью была уничтожена. Хорошо, понял. То есть выжили только вы одни. Больше никого нет, кроме меня Я и не знаю, тебя. я не могу никого найти, да, мы пока вдвоем, никто по рации больше никто не отвечает. А, У нас отлично. есть еще одна база, она гораздо севернее, там холодно. Чтобы туда добраться, нам необходимо будет получить навык выживания. Для этого нам необходимо будет основать хотя бы маленькую базу. А есть какие-то другие обитатели этой планеты, или только мы и динозавры? Есть, но с этими обитателями лучше нам сейчас не встречаться. Они слишком опасны. А они ведут какой образ жизни? Не ганнибалы? Только начали общаться с этими. Мы не знаем даже, инопланетяне это люди, кто это. Просто они здесь, на этом острове, не появляются из ниоткуда. Бороться с ними практически невозможно, они очень сильные. А как вы попали на этот остров? И почему меня отправили к вам? Я должен был вас спасти? Я был заброшен одним из первых для колонизации данной планеты, но выяснилось, что для того, чтобы здесь выжить, мало навыков. Бежим, скорпион, скорпион, бежим. Хорошо, бегу. Бежим отсюда. Мало навыков. Здесь необходимы дополнительные инструменты и нужна снова команда, потому что первая команда полностью погибла. В одиночку здесь не выжить. Я пытался много раз добраться до базы на севере, но я не мог. Меня убивали, навыки пропадали. Это очень тяжело. Понятно. То есть, если я умру, то я смогу появиться в этой планете или нет? Да, это продолжается неделю местного времени. Через неделю все обнуляется, все твои навыки сбрасываются, и все приходится начинать заново. Мы не знаем, что это за эффект, но планета полностью очищается от всех жителей. Только те, кто оказались в момент создания этой планеты, именно в эту минуту, они заново появляются. Поэтому вся моя команда погибла. Они прибыли позже меня. Интересно очень получилось. Теперь наша задача разобраться, что случилось с этим миром и почему каждую неделю все происходит заново. Нам нужно будет найти все ключевые моменты этого происшествия, потому что происходит это не спонтанно. А, Бежим, какие-то бежим. мухи. Это Бежим, очень опасные мухи. бежим, бежим, Нам бежим, нужно от бежим. них обязательно убежать, они нас сожрут. Бежим. Они бегут, Бежим бегут, они наверх. летят, они летят, они очень опасны. Они по мне хорошо попали один раз. У меня уже половина жизни, наверное. Я Бежим, такое ощущение, отрывайся, что отрывайся вначале от этих был мух. какой-то эффект яда, что ли. Они Это, скорее травят, всего, ядовитые они мухи. травят. Да, они травят, они продолжают за Они нами летят. лететь. Бежим, бежим. В какую сторону нужно лучше всего бежать? Сейчас я попробую отбиться. У тебя доступны уже, наверное, очки Сейчас, обучения, то есть сейчас, ты можешь их сейчас. потратить на память. Я пока. Я их. Да, мне удалось отбить атаку. Так, тебе необходимо изучить перво-наперво оружие. Любое оружие. Сейчас сделаем. Сделаем и броню, и Отходи, оружие, и отходи, спальник. отходи. Ай, Еще. не вижу. Вот он, Еще маленький. маленький засранец, откуда он появился? Я Все. его даже не увидел. Так, сейчас нам нужно сделать оружие. Для этого мне потребуется 4 вуда и 15 файбера. Хорошо, сейчас добудем. Так, файбер есть. Дерево. Тебе как Дерево. бойцу обязательно нужно прокачивать жизни и здоровье. Это нужно обязательно сделать и как можно больше. Я даже уже научился делать броню. Но мне еще потребуется дерево. Есть дерево? Да, сейчас я все сделаю. Так, броню я уже себе сделал. Все хорошо, дерево Так. появилось. Крафтинг.
Я сделаю себе кирки. Обычную дубину. Сейчас мы тебе сделаем копья. Так, на кирки и топоры нужны камушки. Камушки. Сейчас я попробую найти. Сейчас на полу будет. Их нету. Угу. Флинты, камни добываются из скалы киркой, самодельный камень, пока мы другого делать не умеем. Так, я тебе сейчас необходимое количество сбрасываю. Угу. И я тогда сделаю сам себе кирку и топор, да? Да. Так, а да, мне нам, почему-то... Тебе камни... нужно обязательно восстановить навыки. Обычные камни. Обычные так. Камни тоже. Обычные камни. Обычные камни тоже сбросим. Обычные камни где? Нужны камни. Абсолютно. Не хватает камней, не вижу. Вижу. Все, нашел камни. Сейчас сделаю себе топор и кирку. Так, ну что, в принципе, все у меня есть уже вещи. Дубина, копье. Ага, нам нужно пробить камень. Не-не-не, это стоп. Я просто инструмент все делал. Сейчас мы уходим. Мы находимся в очень опасной зоне. Но нам необходимо будет убить хотя бы одну птицу. Хотя бы одну птицу. Или хищника, потому что местные хищники сжирали всех колонизаторов. И возможно у них осталось. Возможно, да, у них что-то могло остаться, да? Да, соответственно, мы должны хоть одну птицу. Но для этого сейчас у нас темно. Мы должны. Так, я тогда попробую сделать копья. На копье нужен вуд, флинт и файбер. Чтобы побольше было, чтобы я мог ими кидаться. Так, вуд сейчас наберем. Флинт. Так, флинт есть. Файбер. Так, вуд есть. И файбер нужен. Так, здесь маленькие птички. Файбер, файбер, файбер. Все, мы практически где нужно. Нам теперь так, нужно... есть файбер? Так, файбер. Файбер, файбер, файбер. Есть файбер. Вот, а ты часы? Скинул файбер. Все. Я поставил. Сейчас сделаю копье. Побольше копий надо сделать мне. Так, копья, поехали. Крафтим копья. Костер у нас появился. Так, возможно, побольше нужно копий сделать. Штук, наверное, 20. Пускай крафтится, отлично. Так, что у нас здесь? У нас здесь кэмпфайр. Так, и, наверное, нас теперь хорошо стало видно. Главное, чтобы никто не подошел. Будем надеяться, что нас у нас здесь что, как примерно ночлега? Так, я пока выкину камни. Мы сейчас должны будем чуть-чуть переждать ночь, хорошо. Потому что ночью очень опасно ходить. Так, а есть смысл от рогатки? Я так. Ее прокачал. Так, а мы я будем... Я вспомнил, как делать лук. Я сейчас делаю луки. А мы можем сейчас... Найти наш дом, или мы будем делать дом с нуля? Мы не сможем дойти до необходимой нам базы. Нам нужно будет все создать с нуля, самим. Хорошо. И потом, когда мы будем готовы, мы пойдем. Так, держи оружие. Так, на каждого лук и стрелы, да? Лук и стрелы. Отлично. Лук и 50 стрел. Сейчас наша задача будет убить какую-нибудь вражину. А, наверное, птицы унесли, да? Все эти какие-то вещи, что ли, или что? Так, я вижу птицу, пошли. Сейчас? Я вижу птицу. Бери лук. Поехали, я готов. Пошли, убьем ее. А что это за птица, грифон или птеродактиль? Мы не смогли разобраться, это какой-то древний прародитель орла. Отлично. Я уже его вижу, что-то и он немножко... И они очень сильные. Что-то мне кажется, что вот, он спит. Над нами. Над нами. Прямо над нами. Вижу. Стреляй, стреляй. Стреляю. Как могу, стреляю. Он куда-то улетает. Он уходит. Сейчас вернется. Он обещал вернуться. Они... Это большой вот орел, и он летит он в атаку. Он разозлился.
Ой-о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 й-
что в нем есть. Так, в нем есть две штуки ножек. И все. В так, нем не было никаких эпикировок. Голодный. Да, это просто убили птицу. Можно, в принципе, с нее взять надо, мясо. Надо с нее взять кожу. Кожу. Отлично. Кожа есть. Это невероятная удача. Так, теперь, я думаю, нужно доделать, возможно, броню. Иди в мою сторону. Это невероятная удача. Сейчас я зажгу костер. Ты меня должен по нику видеть. Вижу. А тут уже кто-то лежит. Птица, я ее сразу-то и увидел. Нет. А, она таймится. Эту птицу одолел скорпион. Значит, поблизости есть скорпион. Нужно быть очень аккуратным. Хорошо. Слушай, у меня сейчас есть различные куски мяса. Может быть, попробовать? Да, мы должны положить в нее мясо. Так, я могу это сделать. Открываю инвентарь. И у меня есть Prime Meat. Закинул Prime Meat. Да, Prime Meat. Prime Meat. Отлично. Отлично. У нас есть птица. Так. Хоть какая-то помощь. Но у нас нет седла, мы пока... Угу. Я не помню, как его делать. Но, в принципе, это будет наш защитник. И он будет за нами всегда следовать. Все, это отлично. Но нам все равно нужно убить птицу для того, чтобы достать инструменты и оружие. А файбер есть чуток? Да, файбера у нас много. На этой планете очень много ресурсов. Невероятно много. И они тут очень быстро добиваются. У меня уже около 110 кусков мяса. И всего-всего очень много. И, в принципе, перевеса у меня нету. Так, мы продолжаем бить птицу, да? Хорошо. Мы разбираем ее полностью. Нам нужно всё. Разбираем птицу на запчасти. Теперь наша птица будет всегда сытная. Сыта. Мы всегда ее сможем кормить, если наше мясо, конечно, не протухнет в таком количестве. Ее лучше, это мясо все лучше всего положить в эту птицу. Так, отлично, мы все добыли. Так, да, но нам нужно будет все равно птицу. Так, я складываю мясо в птицу. Так, отлично, я тоже сложил. Все. Теперь мы должны идти на охоту дальше. Нам все-таки нужно 500 убить. Кусков у нашей птицы за пазухой. Мне кажется, она очень довольна. О, нет. О, здесь это какой-то... Это раптор? Нет, это не раптор. Это Т-рекс. Т-рекс. Очень опасный. Наверное, нас с одного удара съест. Мы даже не сможем определить, кто из них съел. Нас просто съедят. Так, необходимо немножечко прокачать скорость бега, научиться быстрее бегать. Movement speed и жизни. Хорошо, отлично. Тебе какого ему понадобится еще дамаг? Двигайся очень аккуратно, здесь очень много. Так, я прокачивался. У меня почему-то пол хп, я замерзаю. Холодно, холодно. Спускаемся вниз к костру. Нам нужен костер и нужен файбер, чтобы я смог себе доделать ботинки и перчатки. Ты, наверное, уже можешь делать кожаную одежду. Сейчас посмотрю. За тобой идет какой-то неандерталец. Он еще сказал что-то на непонятном языке. И у него есть броня. Мы сможем осилить. Это очень плохо. Стреляй в него. Вот он, парень. Сейчас наша птичка покажет, на что мы способны. Что-то он, по-моему, понял, что... Ага, я понял. Он очень... Нашей птичке... Я ему в хедшот попал, что ли? Опасный парень. Это его был последний крик души?
Ты где? А где наш... Где наш этот... К сожалению, он убил нашу птицу, он убил. Нам нужен костер. Забери в ящики. Забери все в ящики. Хорошо. А что выпало в ящике? О, в ящике спрей-пейнтеры. И он с собой нес. Штука. Газ у него был. Шлем. Тебе кирка. Нужно надеть этот шлем, он очень прочный. Хорошо, мы оденем шлем. Кстати, у него армор 120. А я могу использовать... Я могу использовать свет. Вот, отлично. Я он теперь горит, в шахтерском шлеме. Горит постоянно. Так, мне нужно согреться. И нужно взять с собой мясо. Это кто плачет? Это он. Тут кто-то плачет. Это был он? Так, я согреваюсь. Мне нужно хп побольше. И, наверное, мели дамаги, да? Так, хп побольше. Нужно все выучить. Кровати, спальники. Стены соломенные. В принципе, можно делать все, что можно. Флаги, крыши. Потом можно все это дело превращать. Дальше, вот стульчик. Отлично, как же без стульчика? Сколько всего здесь можно делать? Даже можно делать водоснабжение. Седла. Записки. Так, что еще у нас есть? Ну и в принципе пока все. Кто-то подходит сюда. А, это дикий зверь. Хорошо. Так, ну что, мы в костер, наверное, закинем сейчас мясо. У нас мясо уже варится. Возьмем куски готовые. Вот это скинем. Что нам еще потребуется? 6 мяса покушаем. И я думаю, немножко как-нибудь... Ты готов? Так, у меня жизни очень долго регенерируются. У меня есть очень много кожи. Так, скрафтить я пока следующий вид брони не могу. Я, в принципе, готов. Но мне нужно... Так, сейчас я еще попробую выучить. Я должен доучиться вот до следующей брони. Как раз-таки я ее вижу. Отлично. Нужно теперь сделать следующую броню. Теперь я могу делать стрелы и лук. Кстати, мы можем даже делать плот и переплавляться по воде, наверное, на плоту. На плоту очень опасно. Здесь остались мины еще с прошлых времен. Ясно. А вот о минах я ничего не слышал. И слава богу, и надеюсь, много... пока не услышу. Тебе много что не сказали, когда высадили на эту планету. Мне нужно чуть-чуть файбера. Если бы был бы файбер, было бы круто. Так. Кирка. Так, это течется, вот ты файберы мне дал. Хорошо. Я сейчас сделаю новую броню. Сделаю на всякий случай парашют, броню, штанишки. И... Парашюты нам очень помогут. Даже очень, да? Хорошо. Броню, штаны, ботинки и перчатки. Ну все, в принципе, сейчас уже будет, наверное, чуть-чуть полегче. Одеваем штаны. Вот, это кожаные штаны. Теперь будет в них немного теплее. И перчатки. И перчатки. Все, в принципе, я готов. Жизни у меня теперь... Жизни теперь полным-полно. У меня есть, если что, газ. А спрей-пейнтер это что такое? Я взял лучше заземца. Чем он стреляет? Это не оружие, это красить. А, это краски, понял. Да, это пистолет для покраски. Но он нам тоже пригодится, потому что нам придется делать скрытый дом. Для этого. Так, мы сейчас идем дальше. Если что, отбиваемся с луками, да? Неплохо я ему попал в голову, нашему парню, который на нас хотел напасть. Так, у нас впереди... У нас впереди много есть мелкие маленьких хищники. Маленьких хищников. Да-да-да. Да, но нам надо выбрать для место для нашей постройки.
Но нас сейчас двое, мы сможем Тут их есть еще усилить. левее скорпион и правее мелкие хищники. Ничего не было, да? Скорпион. Скорпион. Это был скорпион. А! Скорпион. Это был скорпион. Не подпускай его к себе близко. Хорошо. Стараюсь не подпускать. Попадаем по нему. Какой же он сильный. Сколько, интересно, нужно попаданий в него сделать, чтобы убить его? Так, он меня почти уцепил. Сколько в него нужно попаданий? Почему он до сих пор живет? У него очень плотная хитиновая броня. Его не так просто взять стрелами. Против него нужно оружие более мощное. Я ему стреляю по лапам, и что-то он до сих пор живет. У него ничего не отваливается. Что за дикий скорпион? Умри, скорпион, давай. Он уже на последнем издыхании, он уже весь в крови. Он очень мощный, он очень мощный. Это опытный старый скорпион. Он доживает свои последние жизни. Ты должен пустить с него последнюю стрелу. У меня осталось 9 стрел. 8. И он на меня согнался, убегаю. Отстань от меня, парень. Парень, я тебе не так много дамага внес. Ты что, пристал? Отлично. Всё. Если необходимо сделать стрелы, я смогу от него еще побегать. Хорошо. 4 стрелы. 3 стрелы. 2 стрелы. Ну что же ты не падаешь? Отлично. У меня и лук сломался. Попробую сделать лук. Так, я отойду чуть подальше, чтобы он меня не тронул. Если что. Так, он тебя уже замедлил, да? Или нет еще? Да, я сильно отравлен, но я могу продолжать двигаться. У меня еще есть силы. Так, делаю лук, делаю стрелы. Сколько стреляй. Нужно? Сколько нужно еще? Он уходит. Делать? Все. Уходит. Его надо догонять. Да, он сильно ранен. Так, иду. 3 стрелы есть. Все? Победили его или нет? Нет, вот он. Ага, вот он. Он что-то куда-то встал даже. Отлично! Фу, мы убили скорпиона. Достаточно он был сильный. Это был 116 уровень. Да, это был Это очень сильный скорпион. Забирай все, что есть в нем. Но он нам сослужил. Добрую службу. Так, а в нем здесь, здесь лежит у нас наше новое животное. В нем я ничего не могу найти. Он пустой. Значит, о, никого не убил. Наш новый трайк 23 уровня. Но его надо обязательно разобрать на. Нам нужен будет хитин. Так, а есть флинты на стрелы? Флинт, любой куст. Тебе нужно будет просто разобрать любой куст с ягодками. Будет много-много флинта. Так. Так, достаточно хитина. Хитина достаточно. Все. Это был тяжелый бой. Так, кустики, флинт. Ты наверное, уже умеешь делать. Что? Ты, наверное, уже умеешь делать спальники. Спальники, да, умею. Крафт. Нам нужно сделать спальники и положить их, чтобы мы могли уже так, здесь. Делаю спальник. Так, спальник. Немного кольев. Так, делаю емкость под водичку. Следующий уровень. А прокачивают ли мели дамагу? Обязательно. Это должен быть мощный. Хорошо. Сделаем следующую броню. А, можно делать уже стрелы отравляющие. Так, прокачать все возможные рецепты, из которых можно делать различные строения, оружие и прочее. Так, хорошо. Так, мне файбера нету. Файбер. Я пока сделаю Файбер себе есть. Сделаю себе ботинки.
перчатки и, в принципе, больше ничего не могу сделать. И файбер нужен. Файбер, где файбер? Вот. Скинул. Нашел файбер. Забираю хорошие перчатки и ботинки. Отлично. От старых мы избавляемся. Я могу тебе хитин скинуть, если надо. Пока оставь. Пока. Скрафтить нужно немножко стрел. На стрелы нужен флинт. А флинта нету. Так, нам флинт — это двигаться. Камень. Нужно порубить. Так, я не могу двигаться, потому что у меня не хватает выносливости. Мне нужно что-нибудь скинуть. Так. Скину вот это. И скину кожу. Кожу скину. И, в принципе, все. Так, нет, еще не все. Металл скину. И хитин скину 300. Так, файберов очень много. И файберов скинул. Все, я готов. Так, сейчас двигаемся. Так, сюда. Если что, у меня есть паник. В воде. Мы должны двигаться к воде. Пока опасно для нас животных здесь нет. А что мы должны встретить возле воды? Возле воды легче всего жить? Мы построим здесь дом. Потому что здесь есть вода, открытое пространство и все необходимые ресурсы. Теперь здесь прямо ложим спальник. И нам нужно дерево. Нам нужно дерево. Дерево. Хорошо. Сейчас будет дерево. Что это за обезьянка? Обезьянка, стой! Так, нужно сделать чуть-чуть стрел для следующей атаки или защиты, насколько это возможно. А чтобы сделать стрелы, нужны флинты. Так, я пошел добуду камень. Чтобы добыть флинт, нужно киркой бить. Да. Да, да. Хорошо, отлично. И сделаем стрелы. Очень много стрел. Чтобы можно было отбиваться. Так, я думаю, что 40 штук хватит. Так, что еще нужно по ресурсам? Так, нам необходимо будет камень. Камень. Пошел добывать камень. Камень, камень и дерево. Сейчас мы ставим очень маленький дом, только для того, чтобы нам здесь можно было обустроиться на первое время. Так, сейчас приду, скину камни. Что это такое? Что это за синий луч? Это помощь нашего командования. Они сбрасывают нам посылки, которые мы можем подобрать и получить какие-то ресурсы и инструменты. Пойду взгляну, попробую захватить его. Что же там будет внутри? Может быть, что-то нужное? И в этом кристалле у нас сейчас появится... Главное, чтобы он меня никак не тронул и не убил. Я не могу его взять. Почему я не могу взять? А как... там, так, там есть ограничение по уровню. Так, здесь есть металлический щит, меч, хорошая броня. Я все это забираю. Скорее всего, нам очень сильно повезло. Здесь есть очень хороший лук. Здесь есть очень хорошие стрелы. Очень хорошие копья. Так, что еще? Фокал чили есть. Щит. Ботинки. Энергетические напитки. Хорошо. Так, я забрал полностью щит. Я думаю, что тебе нужно тоже дать одно оружие боевое. А я уже стал практически воином. Так, я скину тебе это сейчас отлично, оружие. Это отлично. Скину. Нам нужно будет собирать подобные посылки, потому что в них мы найдем необходимые нам вещи, которые мы никогда не сможем сделать сами. У нас не хватит технологий и знаний. Вот у меня есть какая-то интересная еда, я даже... не знаю, что это. Так, и я должен тебе скинуть... я не вижу еще одного меча, к сожалению. Странно.
принципе, все. Вот такой вот я теперь стал герой. Я даже не знаю, что это за броня и когда я смогу ее делать, но я думаю, что она теперь очень сильная. И у меня есть еще щит, с которым я могу защищаться. Это все очень полезные вещи. Нам они очень пригодятся в дальнейшем. И, так, скорее всего, у меня последний лук уже. У меня есть лук с прицелом. Я даже не умею для них делать стрелы хорошие. Он может стрелять обычными стрелами. Угу. Интересный у нас домик получается. Так, нам что еще нужно для нашей жизни? Нам нужно немножко, дерева и камня, чтобы нам закончить. И нам нужно сделать плавилку для металла. Так, хорошо. Я сейчас тогда начну прокачивать скиллы в боевку, чтобы нас как-то пробовать защищать. И в жизни, чтобы выживать. Так, я могу делать следующие уровни кирки, топоры. Могу делать уже зимнюю одежду. Если вдруг на случай мы отправимся, и могу сделать арбалет. И капкан. Мы обязательно туда пойдем. Мы отправимся в зимний поход. Смог гранату. А что будет делать баллистическая турель? А баллистическая турель стреляет стрелами на дальнее расстояние. Угу. Она позволяет разрушать каменные и деревянные постройки. Так, отлично. У нашего меча синее название Apprentice Sword. И у него дома. И его урон 146%. Это хорошо. А мы же сможем потом починить, да, как-то наши. Вещи оружие. Мы сможем чинить, мы не сможем их делать. Ага, теперь я понял, в чем смысл. Нам очень нужно постоянно собирать посылки, которые для нас шлют. И тем самым мы уже можем себя чувствовать очень хорошо. Так. Это будет наш дом. Что мы можем сделать еще? Мы можем сделать, наверное, боксы. Для этого нужно дерево. Так. И я попробую сделать сейчас нормальный топор. Хороший топор. Для этого тебе понадобится металл. Нужно будет переплавить. Угу, понятно. Так, тогда я просто... Есть дерево обычное, чтобы сделать обычный топор. А я его нарублю кулаком. Мой сломался просто топор. Да, вещи здесь ломаются, конечно же. Все, теперь мы в этом доме можем быть в безопасности. У нас есть так, все необходимое. У нас здесь есть маленький динозавр. Я попробую его порезать. Посмотрим, насколько я сильный. И он от меня убегает. Отличный маленький динозавр. Иди сюда. Меч очень злая штука, конечно. Я тебе сейчас приведу наживу. Сейчас я тебе покажу свою первую добычу. А то прислали они меня на планету, думают, что я ничего не умею делать. Не тут-то было. Вот наша первая добыча. Нам хватит, наверное, на неделю жизни. А может быть и на один день. Так, а в дом, к сожалению, добычу принести нельзя. Ну ладно. Так, у нас появились ящики. Отлично. Так. И нам нужно сейчас сделать еще, наверное, урон. Урон прокачали. В ящике можно складывать теперь все ресурсы, файберы, течи, кожу, флинты. И вот сюда, кстати, можно сложить дерево будет, чтобы не мешаться. Ну, в принципе, неплохая у нас халупа. У нас да, даже здесь на есть... на первое время пойдет, потому что мы должны все-таки восстановить все свои навыки, которые только возможны, для того, чтобы двинуться в путешествие на дальнейшее. Угу. Так, а что мы сейчас будем делать? Нам нужно немножечко камня, и мы поставим
одной из самых важных вещей. Это переплавлялку. Плавилку. Да, мы должны будем переплавить имеющийся у нас металл. Так, 100 металла. Получения... 100 металла еще сейчас принесу. Это замечательно. Это просто замечательно. Так, металл, если что, будет в ящике. И флинты тоже. Металл можно уже складывать. Металл уже можно складывать в печку. Ага, все, понял, вижу. Потому что мы начинаем переплавлять. Все, 200 металла в печке есть. И сейчас еще нужен камень, да? Сейчас принесу. Теперь камень. Мы совсем непростые. Теперь мы уже не возьмешь. Вон там, кстати, добыча возле входа. Я принес. Нам нужно будет немного отдохнуть, и мы отправимся дальше. Нам нужно будет добыть более современное оружие. Угу. Потому что с таким примитивным мы долго здесь не протянем. Так, ну что, мы сейчас тогда забираем здесь все ресурсы, какие есть. К сожалению, металл что-то перестал добываться. Хотя один раз вылезло. А есть какие-то специальные руды, да, металлические? Да, есть очень насыщенные руды, в которых очень много металла, и мы обязательно к ним пойдем, потому что нам понадобится очень много металла. Но нам нужна будет помощь животного, чтобы это все перенести. Какого-то большого, сильного животного. А он будет не летающий или летающий? Я думаю, что мы будем сначала наземного животного. Так, я пытаюсь уже отгонять от нашей зоны выживания всех динозавров, чтобы они не мешались. О, вижу одного опять. Вижу одного охотника. Все теперь от меня динозавры скрываются. Не ожидал я от них такого. Так, добыл немного дерева. Кстати, я добыл немного дерева мечом. Вот это было жестоко. Оказывается, не нужны подручные средства, чтобы добывать дерево.